Компания «Элком» одобрен льготный заем Федерального фонда развития промышленности в 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на расширение мощностей для выпуска импортозамещающих телекоммуникационных и серверных шкафов. Известно, что общий объем вложений в проект составит около 650 миллионов рублей. Петербургская компания, базирующая цеха в Башкортостане, планирует достигнуть продаж к 2026 году 18 тысяч единиц продукции в год. Бюджет республики поступит около 1 миллиарда рублей налоговых отчислений. Предполагается создание 215 новых рабочих мест. За счет займов ФРП предприятие закупит технологическое оборудование, линии по производству настенных и напольных, электротехнических, телекоммуникационных шкафов и металлоконструкций. Вся производимая продукция является импортозамещением товаров немецкого и американского производства. Предполагаемая доля рынка составит порядка 12,5% в России, а в стоимостном выражении 50,1%.